Пускай вершат на дне обряд, поют за упокой, а самый царственный скорбят о юности такой. Ленор, маленькая мертвая девочка. Волшебный кекс. Ой, я обожаю кексы. Эй, ты тигр, не делай этого. Что? Говорящий кекс? Нет, это было бы глупо. Я волшебный эльф из кекса. Да, господа, один раз в 100 лет счастливый волшебный эльф из кекса является на землю, чтобы почувствовать всю радость и любовь, царящие здесь. Сегодня мой день. Мои детки мечтают услышать мои рассказы о том, что со мной произошло. Не знаю даже, с чего начать. Кексы! Прошло 100 лет.